Всем привет! Сегодня в Омске ясный солнечный денек, и предлагаю полюбоваться на цветущие орхидеи из моей коллекции. И первый вот такой дендрофаленопсис. Продолжает он цвести. Кто помнит, это моя групповая посадка. Два разных дендрофаленопсиса в одном горшочке. И вот зелененький меня радует цветением. Растут новые листики, ростики, корешки. Прекрасно себя чувствует моя групповая посадка. Надеюсь, белый дендрофал с черничной серединкой скоро также порадует меня цветением. Вот такие довольно крупные цветы. Вот такие, вот такого размера цветочки. Понемногу он начинает уже отцветать. Вот здесь видно, засохли первые цветочки, но оставшиеся держит. Орхидея не только очень красивая, но и довольно ароматная. Запах очень приятный, но при этом не навязчивый. Сначала я даже не замечала, он у меня стоит в глубине подоконника и как-то не обращала внимания, что есть аромат. А когда наклонилась поближе, он явно ощущается и очень приятный. Распускается моя красавица радиация. Ждала я ее цветения. В прошлом цветении я ее немного обидела. Хотя ей, наверное, показалось, что много. Никак она не хотела у меня цвести. Уронила сверху на нее лампу. Вот награда за отсутствие места, и сломала те цветочки, которые у нее были на цветоносе. Она на меня обиделась и никак не хотела радовать цветением. И вот спустя некоторое время, видимо, подумала и решила, что пора. Вот они открываются, цветочки, с вот такими резными краями. Безумно я рада. Вот такие крапчатые бутончики. Ее я забирала с уценки в Леруа Мерлен. Абсолютно без тургора, в каком-то видео на канале я ее показывала. И вот такая красавица. Вот такие листья продолговатые. Нарастила она корневую систему. И когда ее не обижаешь, радует цветением. Продолжает меня радовать цветением красавица Кобрион. Покупала ее не так давно в Оби. Раскрыла она мне несколько бутончиков. И сейчас хочу показать, какие цветы распустились дома. Как будто две разные орхидеи. Магазинные цветочки розовые, домашние более желтые.
Я подозреваю, что, скорее всего, они со временем становятся все более розовыми, потому что вот на этом цветочке уже начал проступать легкий румянец. Вот этот цветочек тоже магазинный, и он тоже румяный. Этот цветочек немножко пострадал, он тоже распустился дома. И вот такой бежевый, пока румянец еще не появился. Засушила она мне несколько бутонов. Вот такая красавица. В ближайшее время хочу я ее пересадить. Не совсем у нее хороший грунт. Очень большой торф-стакан. Поэтому в ближайшее время хочу заняться ее пересадкой. Распускается моя красавица Виолацея, даря аромат на всю комнату. Очень приятно пахнет. Я бы сравнила ее аромат с парфюмерной фабрикой. Очень приятный, нежный. Вот такой нереальной красоты цветы. Принесла ее на солнышко, и она стала пахнуть еще сильнее. Можно даже не наклоняться, чтобы ощутить ее аромат. Чудесная орхидея, полностью домашнее цветение. Жду распуска еще двух бутончиков. Принесла к Виолацее красавицу Леодора. И давайте рассмотрим их поближе. Сразу видно, что у Леодора листва более светлые, листья более вытянутой формы, розетка ложится. У Виолацеи вот такие округлые листья. У моей розетка не ложится. Вот такие круглые, более темные листья. Цветоносы заметно ниже, хотя розетки довольно большие у обоих растений. Очень ароматные цветы. Форма губы схожа, не случайно они родственники. Вот такие чудесные ароматные орхидеи. Хотелось бы всем сказать огромное спасибо за внимание. Любуйтесь орхидеями, пусть они вам дарят только радость. До новых встреч. Пока-пока.